Памятник апостолу Андрею Первозванному отлили из бронзы. Высота его более 4 метров, вес 3,5 тонны. Сейчас монумент окутан тканью. Его открытие ждет более 1000 прихожан. Людмила Костина приехала из Одессы. Об открытии памятника ей рассказали родственники. Чтобы поклониться апостолу Андрею Первозванному, женщина отпросилась с работы. Сюда пришла с просьбами к святому. Все, наверное, пожелают мир, здоровья, любовь. Чтобы не было войны, очень большой праздник. Счастье, что я сюда приехала. Андрею Первозванному попросить помощи о своих детях, о себе, о своем здоровье, о своем Донецке, чтобы все люди жили хорошо. Памятник апостолу торжественно открыли. Освятил его митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. Вместе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом он провел литургию. Открытие памятника святому в Донецке – великое событие для православной церкви, отмечает протоиерей Александр Пушкарук. Памятник – это та же икона живая, которую можно молиться, которую можно почитать. И мы должны помнить, что Андрей Первозванный, он крестил наши края, нашу Русь православную, поэтому он является родоначальником нашей веры, веры Христовой, которую он принес в нашу местность. Памятник установили во дворе Свято-Преображенского кафедрального собора. В правой руке апостол держит крест, в левой – священную книгу. Монумент сделали донецкие металлурги, работали 3 месяца. Сначала была глиняная форма, потом сняли гипсовые кусковые модели, а потом уже мы частями отливали, собирали эти гипсовые модели, формовали, восковали, формовали, вытапливали воск. Это долгий процесс. После торжественного открытия памятника прихожане смогли поклониться святому и помолиться. Евгения Алдошина, Екатерина Боева, «Панорама».